Сегодня у свете проходит акция для аматоров велосипедного руху. Не глядя на зимовое надворье, на працу треба приехать на двухколово. С каждым годом все больше людей не покидают велосипед на зимовку. У всех, кто сегодня скористался экотранспортом, заохвочивали горбатой и кавой с солодкими почастунками. Наш корреспондент Марина Муравьева так само долучилась до акции и пересела на байк. Захопление яздой на велосипеде, як у большасці падлетка, у Прохара з дзяцінства. Толькі з часам хобі стала професіяй. Сёння юнак працуе велакур'ерам. Кожны дзень на сваім двухколым па сталіцы наязджае амаль 70 кіламетраў. Педалі круціць круглы год, незалежна ад сезона. За мінімальны час трэба даставіць заказ кліенту. Зачастую в сильные морозы люди, в особенности это новые клиенты, когда они еще не ознакомлены с тем, что у нас велодоставка, вероятно, шокированы и зачастую предлагают чай, кофе, что-нибудь перекусить, но всегда приходится отказывать, потому что, к сожалению, нет времени, как бы холодно ни было. До акции на працу на велосипеде у зимку разом с Прохором сегодня долучились больше за 100 минчан. Каждый отримал кубок горбаты або кава с просмаками. Минус 3 на улице не перешкода для велоаматоров. Зимой на велосипеде вполне себе можно передвигаться. Желательно, вот, как я говорил, уже одеваться. Это перчатки и теплая какая-то обувь. А также можно предусмотреть, оборудовать велосипед шинами. Велосипедами с шипами. Либо просто ездить более аккуратно. То есть поворачивать не корпусом, а непосредственно на небольшой скорости поворачивать именно руль. Зимовая акция на двухколым транспорте ладится у свете у сёмы раз. Летась до ее официально долучились 335 белорусов. Сёлета будет не меньше, обяцают организаторы. Наша здымочная группа так само вырашила на несколько хвилин провести тест-драйв зимового велобайка. Это дело практики. Ты должен тренироваться каждый день, чтобы хорошо кататься. У Минске велосипедном товаристве уже зарегистровано 1500 меньшан. Езда зимой для их справа знакомая. У каждого за плечима рюкзак зусім необходный. В рюкзаке на самом деле должно быть самое нужное, это велоаптечка, это чуть-чуть инструмента и насос, это самое важное вообще, что может быть для велосипедиста. У подтримку сусветной акции пройдет и фотоконкурс. Меньшан запрашивают сделать селфи по дороге на учебу и працу, разместить фото у социальных сетках с соответствующим хэштегом и назвы компании або научальной установы и, махчима, отримать термокубок у подарунок. Марина Муравьева и Максим Курыш, агентство «Теленовин».